Подведены итоги традиционного областного онлайн-турнира по классическим шахматам «Мемориал» Юрия Никитина, многократного чемпиона Казахстана, первого в Прииртышье мастера спорта по шахматам. Борьбу вели свыше 50 сильнейших игроков нашего региона. Они провели 9 туров по швейцарской системе. Среди юношей победителем «Мемориала» Юрия Никитина стал Тимур Балмагамбетов, набравший 8,5 очков. По 7,5 набрали Владимир Шичкин и Владислав Малыгин, занявшие, соответственно, второе и третье места. Среди девушек по 6 очков набрали Нурсулу Аразалина и Адина Мирамгалиева. По дополнительным показателям первое место у Нурсулу. Бронзовым призером стала Аружан Аскарова, в активе которой 5,5 очков. Победители и призеры награждены грамотами и медалями Управления по развитию туризма и спорта, а также призовым фондом от Федерации шахмат Павлодарской области. Мурат Белмажит, это Сакпарат. Я с вами прощаюсь. Носите маски. Саулык сактыктам.